Вітайте наших ранкових гостей. Це Світлана Соловей, експерт з розвитку пам'яті та уваги. Сьогодні вона прийшла разом із своїм сином. Давай знайомитися. Мене звати Олена, а тебе як? Льоня. Льоня, дуже приємно. Это не только мой сын, это еще самый главный мой ученик в жизни, на котором я ставлю, можно так сказать, эксперименты провожу. Ну и слава богу, что все они удачные. И сегодня мы с Леней приготовили для вас, очень краткий, очень маленький такой вот мастер-класс по поводу того, как можно с помощью методов эйдетики и мнемотехники запомнить месяца. Потому что месяца – это целая система, их 12. А как известно, наша память, ей очень тяжело хранить в голове что-то более 9, а здесь уже целых 12. Поэтому мы будем использовать несколько подходов для того, чтобы организовать правильно процесс. Первое, что нам понадобится, это всегда есть что? Число и есть месяц. Базируясь на образном мышлении и ассоциативном мышлении, в идеале, когда нам что-то нужно запомнить, нужно представить один образ и представить второй, и между ними какую-то смешную историю. Но проблема в том, что само число, его-то можно представить в виде просто нарисованной цифры, но когда они начнут смешиваться, мы начнем теряться. И, по сути, оно является для нас абстрактным. Точно так же, как и название месяца для детей, оно абстрактно, да даже для взрослых, потому что нет никакой картинки в голове. Поэтому вначале мы воспользуемся методом, который называется цифрообраз. Что такое цифрообраз? Это когда мы как бы оживляем само число по его форме. Например, Леня, скажи, пожалуйста, на что похожа циферка 1? На Буратино. На Буратино, почему? Потому что вот палочка и у Буратино длинный нос. Угу. А циферка 2 на что похожа? На Кешу. На Кеша. Кто такой Кеша? Попугай? Да. Попугай, да? У него такой там забавный хохолок. А давай циферку 3 еще разберем. Мамонтенок. Мамонтенок, да? То есть, в принципе, все животные, они по форме голова и туловище могут напоминать троечку. И так мы эти цифрообразы прорабатываем аж до 12. Я просто боюсь представить висеньку. 8. Что у тебя 8? Велосипед. А почему? Потому что у него 2 колеса. Да? А давай цифру 12 представим. Какая у нас 12? Это уже складнейшее, да? Уже двузначное число. Да, 11 и 12, они уже двузначные, но мы их все равно по аналогии, уже не по форме, а по аналогии придумываем образы. Например, число... 2 Буратино. 2 Буратино уже пойдет, то есть нам надо избавиться от чисел, от абстрактной информации. 12 у нас что? Ёлочка, Новый год. Дед Мороз и лебедь. Дед Мороз и лебедь. Дело в том, что ассоциация – это сугубо индивидуальный процесс. Поэтому навязывать ни в коем случае нельзя. Ребенок должен сам придумать то, что, с чем у него ассоциируется. На что схожится цифра. Так. После того, как мы организовали цифрообразы, нам нужно приступить к месяцам и разобраться с ними. Здесь мы будем использовать уже второй метод. Называется он метод звуковой ассоциации или фонетической ассоциации. Суть его в том, он используется не только для месяца, он вообще используется, когда нам нужно новую терминологию изучать, и ни один язык не обходится без метода фонетической ассоциации. Суть в том, что нам нужно, картинка одного предмета у нас уже есть в голове, который нам нужно запомнить, а второго, это новый предмет, еще нету. Поэтому вот тот второй мы по звуку пытаемся придумать просто какой-то дополнительный опорный образ. Если переходить на месяцы на украинской мове, то первый у нас месяц идет какой? Січень. Вот давай теперь подумаем, на что січень похож? Что он тебе напоминает? Как Буратино отрезали нос. Отсечь, да. Дело в том, что ребенок только учится в первом классе, у него нет еще понятия казацкой сечи, поэтому он базируется только на своем внутреннем опыте. То есть у него складывается ассоциация единички, буратинки, и отсекать ему нос, сич. И тогда получается, что первый месяц какой? Січень. Да. Давай сделаем. Я чомусь пригадую своему дитинству присказку. Січень сече, лютий лютує. Да? Лютий лютує. Якась дію, да, порівнюється. Да. Давай второй. У него немножко другая ассоциация. Тоже у меня есть ассоциация. Лютий, да. А с чем ты ассоциировал лютий? Как птичка летит. Как птичка. Кеша. Кеша летит. Да, и улюлюкает. Давай еще третий сделаем вместе. Троечка у тебя что?
слоненок. Угу. Ну, а месяц какой? Березень. Березень, да? А ассоциация какая? Как у мамонтенка выросла береза. Береза на голове. Итак, до 12 месяцев мы раскладываем все ассоциации. Ребенок увлекается процессом. Да, на туловище. И сейчас вы можете даже провести эксперимент и спросить один, ну, любой месяц, несколько из всех 12. Лень, ну, мій улюблений місяць чомусь листопад. Я його обожнюю, бо це пік осені. От листопад. Як? Який по счету? 11. 11. А як, яка асоціація? Розкажи. Як падають листя. Листопад, а побандалист, потім головне не путати. Тож 11 – це тролейбус, як рожки, тобто падають листики під тролейбус. Но ну, это еще цікаво, не все. Це у формі гри, дійсно, відбувається. Совершенно верно. Але Льоня запам'ятовує місяці українською мовою. Як бути з російською? І чи потім не будуть плутатися асоціації? Нічого не путається. Скажу одно, що навіть вот на перший взгляд може показатися немножко складновато. Нам потрібно зробити спочатку систему цифрообразів, потім нам потрібно зробити систему звукових асоціацій. І ну, для обывателя це покажеться нагромождением. Но на практиці ці ж цифрообрази, эти же цифрообразы можно использовать точно так же для русского языка, для английского языка. Путаницы не бывает, потому что складывается новая история, ну и ребенок хорошо очень маневрирует между одним языком и другим, он хорошо понимает. И помимо этого цифрообразы также возможно использовать, у кого проблемы с запоминанием вот, важных дат, событий, номеров телефонов. То есть одна и та же система, она применима в любой области жизни. Даже можно с виртуальным списком ходить в магазин. Вот. Просто придумать, разбросать на цифрообразы и пойти и купить все, что нужно, не используя при этом ручку и бумагу. Не поверите, даже можно использовать при пересказах. То есть у нас есть определенная хронология. Мы укладываем по цифрообразам информацию. Во-первых, мы получаем ее полностью от первого до последнего пункта. Во-вторых, мы можем эти пункты манипулировать ими так, как нам будет удобно. Ну, дітям це безперечно цікаво, тому що це така своєрідна гра, так? Придумування цього образу, дивимося на цифру, думаємо, на що ж вона схожа. Як все-таки, скільки часу на це витрачається? Очень мало времени. Обычно, ну, с учетом, что мама постоянно работает, то все процессы у нас происходят буквально 5-10 минут перед сном. Угу. То есть именно в форме игры. Это завлекает, это определенная атмосфера создается. То есть ребенок знает, что у него есть свои там 15-20 минут, когда мы можем почитать, мы можем что-то попридумывать и побыть вместе. Это очень важно. Для нас, получается, что ну, вот проблема сегодняшнего молодого поколения в том, что родители считают, что, ну вот да, иди учись, то есть тебя в школе научат. И мало кто пытается принимать участие в самом процессе. А это необходимо, потому что ребенку необходима поддержка самого родителя. Поэтому очень важно, чтобы мама овладела, хотя бы мама, да, можно папа у нас, и папа владеет, хотя бы мама овладела вот навыками быстрого запоминания, вот этими методиками. Почему? Потому что жизнь большая. В школе ребенок учится 11 лет. То есть сами методики – это система. Ребенок в таком возрасте еще систему полностью не может сообразить. То есть и здесь две взаимодополняющие. Мама – это система, которая знает как, а ребенок – это система фантазии. Которая... И вот когда одно на другое накладывается, получается великолепный результат. И хотела бы еще закончить с месяцами тоже. Вот мы всегда… Почему еще мама должна владеть методами? Потому что… У каждого человека свои задачи, да, каждое задание, которое он может или не может решить. Вот, к примеру, Леня давно уже знает месяцы, вот он пришел в первый класс и задает учительница вопрос, а какие же осенние месяцы? Угу. Угу. То есть получилось, что мы-то и знаем, в каком порядке мы можем назвать, а вот осенние у нас, ну вот, да, они не связались по времени года. Поэтому мы немножечко подумали, да, и решили использовать визуализацию. Все очень просто. Мы нарисовали... Вот такие вот часики с Леонидом. Он уже хорошо ориентируется по циферблату. То есть он уже знает, где находится 12, 3, 6 и 9. А потом разными цветами разукрасили циферки. То есть нарисовали травку. Мы для ребенка сразу визуально отделили. Выделили части. Да, выделили части, которые он с легкостью теперь может запомнить и рассказать. Вот можете
спросить Елена у него. Давай, вы можете назвать либо номер, да, ну там какой-то месяц, какому времени года, или же попросить назвать все три месяца какого-то времени года. Ну, давай назвемо всі місяці наступної пори року, яка на нас чекає, це зима. Грудень, січень і лютий. Ну, з січнем розібралися, з лютим також. Да. Розкажи про грудень. Які тут асоціації? Як ти запам'ятовував цей місяць? Як там Дід Мороз і Лебідь. Ну, а грудень? Це у тебе 12, Дід Мороз і Лебідь. А грудень як? Грудень. Да. Груши? Угу. А як працює асоціація? Ну, теж цікаво, до речі, тому що груди, начебто зимовий місяць, але груші осінні, фрукти, наприклад, так? Да. Що я хотіла додати? Діло в тому, що все одно рано чи пізно якусь інформацію ми можемо запам'ятати механічно. Тобто, повторяючи за дня в день. Ну, от навіть по собі, от я вспоминаю свою школу, тобто все одно ушло, мабуть, років 5, прежде чем я запомнила всі місяці. Тобто, і тільки із-за того, що це кожен день інформація всплывала. То есть можно это сделать намного быстрее с помощью ассоциаций. И в какой-то определенный момент ассоциации – это просто дополнение. Они уйдут, и у ребенка уже будет просто твердое знание. То есть уходит дополнительный образ и остается так, 12 грудень. И даже уже вот припомнить историю, ну, может, ну, нет никакого смысла. Для нас какая задача основная? Это твердое знание и возможность их включать в систему новых знаний. Ну, я, наприклад, ще свого дитинства далеко пам'ятаю, що була проблема між двома мовами – російська, українська. Російською спілкуєшся вдома, українською в школі. І відтак, знову ж таки, коли там мама чи тата каже, що сьогодні на календарі ноябрь, а в школі ти розумієш, що це листопад, і отут буде складність. Як цього уникнути, обійти ці складності? Ну, от прям от такий чіткий відповідь не можу сказати, тому що не сталкувалася. Коли ми грамотно все сразу укладываем на полочки, то есть делается все постепенно. Сначала мы выучили на российской мове месяцы, мы их уложили, прошло время, мы несколько, обязательно система должна быть повторение. Повторение – это припоминание, то есть вот спрашиваю перед сном, поспрашивали, поигрались, поспрашивали, и постепенно они уложились. Потом переходим к следующему этапу. То есть память работает так, когда нам нужно что-то запомнить, нужно это сделать систематизированно, разложив по местам. Потом уже делать следующий слой. И вот тогда все будет лежать на месте. Ну, ця система актуальна і в іноземних мовах, при вивченнях іноземних. Так, даже вот пример хочу привести, що ми пішли в русскоязычную школу, но ввиду нового законодательства, сейчас все екстрено переходят на українську мову, я совершенно спокойно это воспринимаю, тем более давно сама хочу уже перейти на рідну мову, но пока вот обстоятельства, да, когда большинство вокруг тебя, то тебе уже становится легче. И ребенок приходит с домашним заданием, то есть нам высылают там такие-то слова нужно выучить. И опять же, метод звуковой ассоциации. Есть слово, например, клубника, да? Все знают, как выглядит клубника, это красная ягодка, вкусная, летняя, но нет картинки на украинской мове. Что в этом случае делать? То есть мы используем метод звуковой ассоциации, и вот клубника это по-украински, как у нас будет? Полуниця. А как ты делал ассоциацию? Ну, сделали ассоциацию. Клубника лежит на полу. Клубника лежит на полу. Ну или, к примеру, вот давай рубашка, как будет на украинский мой? Сорочка. А как ты делал ассоциацию? Как в рубашке в рубашку ворона залетела. Сорока залетела, да. Сорока ворон. Кашку варила. Ну давай еще лук расскажи. Лук? Да. Цибуля. А как запоминал? Как бабушка на цыпочках. Бабуля на цыпочках. Ну, ассоциации найрізноманітніші, цікаві, дійсно. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго вам ранку. Доброе утро. Очень интересное занятие. Я вспомнила, как я учила стихи или вот времена года со своим внуком. Я долго работала в педагогике, в вузе, в школе. И вот, знаете, я советовала своим студентам и ученикам запоминать стихотворение процессом видения. Вот идет бычок, качается, вздыхает на ходу, там, вот что ты видишь? Или вот зима, а что ты видишь? Там, поле какое-то, снег, или тебе, или ассоциация, как вы говорите, холодно. Вот этот процесс видения, он формирует еще к тому же образное мышление. Вы практикуете такой метод у себя?
Спасибо. Дякую. Совершенно спасибо. Верно. Мы практикуем все методы, которые связаны с чувствами. Но вот видение, да, визуализация – это самый основной метод, то есть выведение на внутренний монитор. Но опять же, когда-то мы с вами встречались по поводу кинестетов, визуалов и аудиалов. То есть можно задействовать все чувства. Если это холодно, то есть вплоть до того, что да, потереть себя, ну, согреться. А дело в том, что детки в основном, особенно до 7 лет, по большей части кинестеты. И вот действительно изучение стихотворений, именно вот потрогать, покрутиться, ручками помахать, вот через движение очень хорошо запоминается. Поэтому спасибо большое за звонок. Да, ми приміняємо. Спасибі, що ви разом із нами. Спасибі і вам, Світлана, і Льоні, за те, що сьогодні нам відкрили якісь секрети запам'ятовування. І, ну і, звісно, нашим телеглядачам. Якісь ранкові побажання? Нехай пролунають. Ну, побажання, приходіть, пожалуйста, к нам на курси, тому що у нас зараз діє група, постійні двохнедільні курси по розвитку пам'яті, внимання, навикам ефективного обучення, які проходять для родителей і дітей. То есть родитель приходит учиться вместе с родителем. Как раз эффективнейше. Однозначно. Для школьников 7-11 лет. То есть те результаты, которые получаем за 2 недели, они несравнимы с годами школьного обучения. Главное, что дети после этого выходят уверенные в себе, они спокойно могут развиваться дальше. И ну, они начинают больше говорить, больше рассказывать и больше интересоваться. Не останавливайтесь на достигнутом, мы вас ждем. Лёнь, что побажаем всем, кто зараз нас дивится? А что пожелаешь? Да, пожелание. Что ты пожелаешь? Учиться и не лениться. Да. Да. Учиться и не лениться. Спасибо. Не проговори. Спасибо вам за такий ранковий позитив. Дякую. До нових скорих зустрічей, кажемо нашим гостям. Ну і готуємося до зустрічей з наступними.